Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о том, как обучить собаку команде сидеть. В процессе обучения собаки команде сидеть используются условные и безусловные раздражители. К первым относятся словесный приказ, команда и жест, а ко вторым – механические и пищевые стимулы. Обучение собаки командам исключительно при помощи лакомств повышает активность животного и вырабатывает у него положительные эмоции, которые впоследствии ассоциируются с исполнением этой команды. На начальных этапах обучения в большинстве случаев без этой методики будет сложно обойтись. Многие питомцы весьма падки на лакомства. Они легко исполняют команду сидеть в надежде получить заветное угощение. Главное – не позволить им выхватить лакомый кусочек преждевременно. Усаживание питомца только с помощью механического воздействия закрепляет его подчинение, развивает способность исполнять команду без вкусового поощрения. В некоторых случаях оно может и не заинтересовать животное. Такая ситуация случается, например, когда обучаемый пес слишком эмоционально реагирует на соплеменников во время групповых занятий или отвлекается на посторонние раздражители. Важно понимать, что разные собаки по-разному реагируют на применение силы. Например, активные и вертлявые ризеншнауцеры или доберманы сопротивляются, когда к ним пытаются применить механическое воздействие руками, нажимая на крестец. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Обучение команде сидеть при помощи комбинированного воздействия вырабатывает у вашего питомца готовность подчиняться без страха и сопротивления. Специалисты считают, что навык, сформированный на основе контрастного метода, наиболее стойкий. Обучение собаки команде сидеть происходит поэтапно и в разных условиях. Его цель – добиться того, чтобы пес беспрекословно исполнял приказ дома и на улице, рядом с хозяином и на дистанции, на поводке или в свободной пробежке. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.